Всем привет, ребята, с вами OneLife, и сегодня у нас будет обзор проекта MemeFi. Что это за проект и как мы с вами с помощью него сможем заработать абсолютно без вложений. Приятного вам просмотра. Если кратко, MemeFi — это игра про мемы, где вы сможете вступать в клан интересующих вас мемов и сражаться против боссов и других кланов. За это вы будете получать токены проекта, которые потом сможете спокойно продать и получить профит. Также данный проект активно поддерживает тренд SocialFi, поэтому ведет у себя механику, схожую на FreeNTech. То есть пользователи смогут зарабатывать, покупая и продавая ключи других игроков, либо же получать доход с продажи их ключей. Ну, покупки либо продажи. То есть чем больше активность, тем больше вы будете получать с комиссий. То есть то же самое, что есть в FreeNTech. И как по мне, это хорошая идея, потому что сейчас рынок криптовалюты достаточно вялый, и для того, чтобы привлекать пользователей в свой проект, нужно соответствовать тренду. А MemeFi — это первая веб-3 игра, которая поддерживает SocialFi тренд. Если мы перейдем на сайт проекта, то увидим достаточно качественную рисовку. Возможно, это потому, что создатели связались с командой, которая работала над дизайном Рика и Морти. Во всяком случае, смотрится прикольно, а в играх это достаточно важно, потому что, как бы, если не будет нормального дизайна, не будет и игроков, которые захотят в это играть. И да, сразу хочу сказать, что в roadmap, токеномику и whitepaper проекта я лезть сейчас особо не хочу, поэтому если вы хотите более детально разобраться с проектом, все нужные ссылочки будут у меня в описании под видео, поэтому обязательно переходите и, как бы, просматривайте все, что вас интересует, все ссылки есть также на официальном сайте игры. Я же сразу перейду к тому, как мы с вами сможем заработать с помощью данного проекта абсолютно без вложений. Для этого нам понадобятся их две Galaxy компании. У нас их пока что есть две штучки, раз и два, и актуальны они будут что первая, что вторая, до 31 октября 2023 года, то есть с момента выхода данного видео плюс-минус 2 недели. Так как же мы сможем заработать с помощью данных Galaxy компаний? Все очень просто на самом деле, потому что за их прохождение мы с вами будем получать NFT, которые в будущем как минимум сможем продать. Если честно, я не думаю, что NFT-шки будут стоить прям мега дорого, ну потому что понятно, что для их получения ничего не нужно тратить, только свое время. Вот, а такое в криптовалюте, как бы, скажем, грубо говоря, не очень сильно ценится, но все-таки тоже ценится и тоже оплачивается. Ну и тем более буст никто не отменял. А также, как максимум, мы с вами сможем заработать на возможном дропе для держателей данных NFT. Почему есть такой шанс? Потому что команда, которая сейчас разрабатывает MemeFi, это та же команда, которая когда-то работала, ну и сейчас, насколько я знаю, работает над проектом Iguverse. Вы по-любому про него слышали, проект очень нашумел в свое время, и достаточно много людей с помощью него заработали. Так вот, раньше Iguverse раздали в общей сложности 10 тысяч баксов холдерам NFT-шек с Galaxy компаниям. Я не уверен, что здесь будет точно так же, но в принципе шанс такой есть, потому что команда одна и та же. Во всяком случае, мы тратим с вами только время, и достаточно его немного, потому что задания прям мега легкие. Я просто все быстренько протыкаю, чтобы у вас не возникало вопросов. Для начала нужно приконнектить свой кошелек, я использую MetaMask. Ну и также сразу сюда подключить свой Twitter аккаунт, если вы это еще не сделали в настройках к аккаунту Galaxy. После того, как мы наш кошелек подключили и подключили Twitter, приступаем к выполнению социальных заданий. Они прям мега легкие, как я это уже говорил. Первое задание, первая компания, вот ссылочки на компании будут тоже в описании под видео, ну как бы если что, то есть вы не потеряетесь. Так вот, первое задание — это просто подписаться на, как бы, профиль в Твиттере. Нажимаем читать, читаю и закрыть. Все, насколько знаю, так проверим, оно сразу проверяется или нет. О, видите, да, то есть сразу проверилось, если зеленая галочка, значит все окей, вы все сделали правильно. Потом второе — это присоединиться к чату в Телеграме, так тоже тыкаем сюда. Так, оно меня перебрасывает, как бы, войдите в ваш аккаунт Телеграма в отдельном окошке. Я сейчас этого делать не буду, но вы, как бы, это сделаете, ну, потому что просто у меня это займет сейчас несколько минут времени. Я думаю, что вы сами сможете зайти в свой Телеграм-аккаунт и просто там подписаться на нужный вам чат, и все. То есть здесь ничего сложного нету, думаю, разберетесь, как выполнять данное задание. Дальше это просто лайк в Твиттере, то есть тоже мега легко, просто нравится, все, окошко закрыли. И ретвит в Твиттере тоже мега легко. Так, сделать репост. Так, тоже закрыли, давайте проверим задание, да, авторизоваться, оно бывает, что слетает, как бы, авторизация к Galaxy, так, все закрыли, давайте обновим страничку. Задания могут не сразу засчитываться, это вообще нормально, но они, как видим, сразу засчитались, кроме Telegram, а я проверю на удачу, может, он тоже засчитается, просто бывает такое, что Galaxy лагает, и задания, которые вы скипнули, они тоже считаются. Вот, а, нет, видите, Telegram не считается, все-таки придется, как бы, подписаться туда, куда нужно, поэтому подключайте свой Telegram-аккаунт. Вот, и также можете сюда приглашать своих, как бы, друзей, ну, либо же обузить, как я уже говорил, либо там покупать рефералов, ну, я думаю, то есть вы разберетесь. Просто нажимаете, как бы, share, копируете ссылку, и, как бы, за каждого пользователя вы будете получать поинты. Потом в определенный момент здесь будет доступен минт FKFS, то есть кто первый, как бы, нажал, тот и успел. Вот просто минтите LFT-шку и ее получаете, которую в будущем сможете продать, ну, либо, возможно, получить дроп, этого мы не знаем, но, как бы, шансы такие.
такие есть. С первой Galaxy компанией, я думаю, мы разобрались, давайте теперь перейдем ко второй. Она здесь достаточно длинная, тем более здесь какие-то три части поделены, я еще такого, если честно, не видел на Galaxy, я здесь просто, если честно, не очень часто сижу, вот, поэтому я первое быстренько покажу. Это, кстати, первое задание вы уже делать не сможете, потому что здесь как бы нужно быть, насколько я знаю, холдером как бы какого-то NFT-бокса, но как бы снапшот был сделан 15 числа, а я видео снимаю 16, поэтому физически вы его сделать не сможете, но как бы ничего страшного, без него тоже все окей. Для начала точно так же подписывайтесь в твиттере, нажимаете читать, потом вам нужно будет посмотреть трейлер на ютубе, нажимаете сюда, вводите свою почту, вводите код, все подтверждаете и смотрите трейлер. Я сейчас этого опять же делать не буду, потому что это просто займет лишнее время. Я думаю, как бы вы с этим тоже разберетесь, но, кстати, я хочу сказать, что трейлер игры реально прикольный, реально хорошо сделанный, вот, то есть качество сразу видно, поэтому трейлер можно и просто так посмотреть, если как бы вас данный проект заинтересовал. Так, дальше это просто лайк в твиттере, так, потом это ретвит в твиттере, так, делаем репост, еще один лайк, так, и еще ретвит. Так, все сделали. Точно так же это мы уже задание сделать не сможем. И последнее задание это просто, опять же, на свою ревку приводить людей. Тоже копируете ссылку. У вас в новой вкладке по данной ссылке открывается Galaxy компания. Данную ссылку просто кидаете своим друзьям. Вот, ну, либо опять же сами обузите. И получаете больше поинтов, которые потом вам, скорее всего, что-то дадут. Вот, что они еще дают, я еще, если честно, не разобрался. Но здесь точно так же. То есть потом вы сможете минтить себе тоже NFT-шку, за которую, возможно, что-то получите. Ну, либо как минимум сможете продать. Вот, в принципе, и все, ребята. Я надеюсь, что вам данный обзор понравился. Если что, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот, на все вопросы в комментариях буду отвечать. Всем удачи, всем профита и всем пока.